США намерены продать Саудовской Аравии партию истребителей Boeing F-15 на сумму 30 миллиардов долларов. Об этом 29 декабря сообщил представитель американского Госдепартамента. Согласно договору, арабское государство получит 84 новых самолета с усовершенствованным радарным оборудованием и цифровой системой РЭП. Также будут модернизированы 70 истребителей F-15, уже стоящих на вооружении. Это соглашение служит укреплению прочных и длительных отношений между США и Саудовской Аравией. Оно демонстрирует обязательства США перед растущим военным потенциалом Саудовской Аравии, который является ключевым компонентом поддержания безопасности в регионе. Заявление о предстоящей сделке прозвучало на фоне возросшей напряженности в районе Персидского залива. Иран угрожает закрыть Ормузский пролив в случае ужесточения санкций, введенных против него со стороны США и Саудовской Аравии, которые считают, что Тегеран работает над созданием ядерного оружия. Очевидно, одна из угроз для них, а также для других стран в регионе, исходит от Ирана. Но это направлено не только на Иран, но также на удовлетворение оборонных потребностей нашего партнера, Саудовской Аравии. Еще год назад Конгресс США одобрил потенциальную продажу Саудовской Аравии военной техники на сумму более 60 миллиардов долларов в течение последующих 10-15 лет.